криминальное чтиво. Ты хочешь, чтобы я так танцевал? Да. Че, не знаете, с Умой Турман он так танцует? Все, на этом мои таланты закончились. Моя теща — мой учитель по физике и информатике. Я просто не догадывался. Я вот, о ком, вот о ней никогда не думал себе в тёще. Сергей учила его, зная его прекрасно. Всегда с Юлей такие добрые отношения, что мы как подружки. Юля всегда рассказывала о своих друзьях, имеется в виду компании, где они есть. Проводили время, когда она приезжала на каникулах. И Сергей был там, конечно. Ну ты же пылил, подъехал такой, куда бы ехать. Ну извини меня, белая Мазда зарешала. Да. Она меня полюбила из-за белой Мазды. Да, конечно, 20 раз. До сих пор продать мне ее не дают. А что тогда другую катал? Ну других катал, да. Я вообще думала, что он с другой девушкой встречается. Я вообще не думал, что я с кем-то встречаюсь. Для начала с этого начнем. Ты же любимый кот не есть. Тюха, у меня же бусинки. А так-то? Ну, я рада за него, что он нашел того человека, с которым ему хорошо. Будет любовь у них, они пройдут все. Будете любить? Все сможете. Где-то перетерпеть, где-то перемолчать. Но самое главное это любите друг друга. Все остальное просто потом приложится в вашей жизни. Когда-нибудь мы там построим дом. Мы уже построили дом, это можно. Мы купим дом, снесем дом и построим дом. Зачем сносить? Чтобы был наш дом, а не чей-то дом.